Добрый день, меня зовут Сергей. Данный ролик носит отчетный характер по ремонту катера «Стрелка» «Феникс 510». Что делалось с данным катером? Ну, как по предыдущим роликам вы видели, в принципе, катер пришел в достаточно хорошем состоянии. У него были проблемы определенные по гелькоуту корпуса нижней части. Были ряд сколов. Ну, не сколов, я сейчас расскажу о них поподробнее. Потому что это, в принципе, относится ко всем, ну, характерно для всего российского катерастроения подобный дефект. То есть, потом дальше, соответственно, что по нему, ну, и пришел на другом прицепе. Что по нему делалось? То есть, во-первых, корпус, днище было отреставрировано гелькоутом, после этого покрыто грунтом в три слоя, и также в три слоя покрашены необрастающие краски Трилюкс 33 голубого цвета. Синяя полоса, вот это вот, была здесь проведена глубокая полировка, то есть об этом я тоже расскажу в отдельном ролике. То есть вот вы сможете посмотреть, как все дело получилось. Убраны ряд сколов и царапин на синем фоне полированным гелькоутом. Все это также восстановлено, отшлифовано, заполировано. Верхняя часть точно так же была, полировалась. Ну, соответственно, катер был переставлен на другой прицеп. Потом дальше. Пойдемте, что еще покажу. Ну, вот можете сейчас вот смотреть, в принципе, вам показывать, как стала выглядеть лодка. То есть сейчас она выглядит, как вот ее только что привезли из магазина. То есть у нее состояние, по сути, новой лодки. Как снизу, так и сверху, и везде. Так, дальше что по ней делалось? Была переставлена лестница. То есть лестница стояла слишком низко. Нижний край лестницы выступал ниже корпуса судна. Соответственно, постоянно при движении на волне и вообще по воде она била. То есть, что мы сделали? Мы ее переставили, использовали одно родное отверстие. Дальше переставили лестницу чуть выше, соответственно, порядка где-то там 5-6 сантиметров. Лестница стала, вот, если сейчас приложить руку, вот она сейчас находится выше, чем нижняя точка корпуса. Здесь, соответственно, были сделаны специальный крепеж, который был приварен вот к этим вот трубам. То есть лестница сейчас получилась жесткая. То есть вот по ней можно совершенно спокойно, не опасаясь залезать, вылезать. Ну и соответствующим образом, то есть теперь эта конструкция получилась, вот как еще раз показываю, очень жестко, она не болтается, то есть с ней ничего не происходит. Ей можно совершенно спокойно пользоваться, портить корпус она не будет. Дальше пойдемте. Была установлена дополнительная трансовая плита под вспомогательный мотор. То есть плита, соответственно, привозилась владельцам катера. Здесь по установке трансовой плиты я тоже сейчас сниму отдельный ролик, потому что, в принципе, таких роликов в интернете нет. Здесь была изготовлена специальная площадка. Она стоит также через специальную декельную резину, притянута болтами из нержавейки, снизу, снутри и через шайбы, соответствующим образом закреплена. То есть, вот этот узел, также его не было, то есть он был установлен на данном катере. Ну и, как я уже говорил, то есть в качестве такого небольшого, ну, скажем, что ли, разочарования по производителю Феникса, то есть были обнаружены несколько пустот, которые лопнули на верхней части матрицы. То есть вот по этим частям здесь были несколько больших повреждений, и одно повреждение нашли с той стороны. Также все эти пустоты были полностью локализованы, они были отремонтированы, заполированы, отреставрированы, и все. Сейчас этого нет. Но вообще, в принципе, для катера российского производства, он сейчас вот сейчас покажет вам. То есть здесь вот большая, здесь был полностью вот эти все места, здесь была пустота, то есть здесь все продавилось. Пустота была из-за того, что при изготовлении корпуса были пузыри воздуха, и гелькоут, по сути, держался только на них. Когда, соответственно, начали катер эксплуатировать, их просто продавили. И такой же продав был вот с той стороны. То есть сейчас это все тоже так же было отреставрировано. Так что вот такие дела. Вот такая работа проведена с данным катером. Работа закончена. Все, сейчас
Вот вам показывают его со всех сторон. Вот, можете посмотреть его снизу. Сейчас по нему будет ряд отдельных роликов. То есть будет ролик по лестнице, будет ролик по трансовой плите, по установке катера на прицепе и по полировке катера. То есть на примере данной лодки. Так что вот такие работы мы делаем, и вот так мы их делаем. Обращайтесь, пишите вопросы, задавайте. Моя почта 1serge23@mail.ru. Либо задавать вопросы можно на YouTube, обязательно вам отвечу. Все, спасибо за внимание, до свидания.